Башня обреченных, уровень 1. Вы где? Вы уже внизу? Да, я уже попался. Не, а в башню обреченных вы спустились? Нет, зачем? Подожди, я не понял, вы куда? Я прошел через портал и пошел дальше. А вот я не то, что я захотел. А вы где? Мы здесь зашли, тебя нет. Или в этой херне обреченных. Заходи к нам. Тут весело. Так я только что зашел, ты сказал, что нет, мы сюда не прошли. Мы пошли, нет. Охуенно, смотри, там всякие монстры, блядь. Где-то они мощные такие, смотри. Ты тоже охуенно. Ну сейчас охуенно, только локации будут клевые. Да мы уже, блядь, в ад спускаемся, нахуй. Офигенно. Thank you.
Stars. У меня зомби выросли. Ого. Пошли бы ко мне, у меня такого нет. Охренеть, да, смотри? Это вот вообще сейчас самый кайф такой в игре. А, туда, куда вышли. Дима, ты стоишь, тебя огонь жжет. Что тут за звезда такая? Да, это предмет, который нужно обследовать. Он очень мощный обычно бывает. А я только что взял. Квадратик нажми на него, и он обследуется. Ну, не особо мощный. У меня получше. Хотя там свой сдохуя. И он это коричневый. То есть он как бы, ну как бы, я не знаю, я точно не помню, но тут как бы, ну, например, коричневый это считается типа легендарный, вот. По-моему, легендарный это, я могу ошибаться, конечно, но, по-моему, легендарное оружие это во второй части было самое лучшее. А тут в третьей части есть еще лучше, чем легендарное, то есть еще круче. Да, секунду, вдруг так и дадут. Одел. Вот что было такое, когда в этой игре, как эти, первый раз одеваешь новый шмот, там, желтый, например, сразу трофей дают. Может, это легендарный тоже. Не, не дали ничего. Так, ну эту хуйню мы прошли за 10 минут. Этот уровень.
Охуенная тёлочка, давай трахнемся, иди сюда. На там нет, она писала. Чё, смс-ку? СМС-ка прям из ада. Сука, мада бич. Ой, еще один появился. Я теперь почему-то придумал говорить не маза фака, а маза бич. Это же это. Вот же так говорил после месяца. Ну это была такая песня, да. Бля, Лафи не вовремя уехал. Мы сейчас, бля, лучший уровень в игре проходит, моего нет. Давай не будем. Стоунс. Вылечи меня. Отходим. Пиздец. Я вернулся, он лезет еще чем-то. А, они тебе попортируются, а они... Нужна помощь. Не, меня убили, но я все равно умер, странно. Не, все равно написано, что сломались. Ну что-то не всегда срабатывает. Бля, я даже боюсь дальше идти, мне страшно. Ловушка ловушка.
Охуенно. Охуенно, да. Мы в город слетаем, починимся. Я много раз умирал. Ну давай. Заодно и разбираем все. Так. Угу. Еще аптечек надо купить тоже. Пошли. Потошня кончит, как уровень 2. Дима, чем без жизни, потому что в городе можно полечить свою спорту. Не держи, сейчас тормоза пошли или это замедление, а не включили? Да, тормоза. У меня тормози. Сейчас нормально.
Бля, тут желтая хуйня, сука. Это невозможно. Я думаю, чё ж меня так мочит? Дерзкая девушка. От нее какой-то хуйня осталась. Ой, еще один. Мой зомби не месяц. Охуенно. Налево или направо пойдем? Направо, так направо мне что-то. А, тупик, ага. Где мой зомби? Его уже убили, что ли? Сука. Это шутер, один классный кооперативный, называется Ерехон. Там тоже в таких местах в аду ходишь, и мочишься, и там есть чертили. Такая кровавая. Слушай, круто. Круто. Про него отпускаются тебя шутер. Классно. А в пиратку играть можно? Я пиратку не знаю, что там код
Пиздец. Там войнушки, четыре, как, знаешь, серьезно с ним было. По враги постоянно находят больше. Там как серьезно все. Ага. Подожди, а к серьезному Сэму, кстати, тоже можно играть в мультиплеере. Да, только я не знаю, ну, с каких игроков там. Я еще когда смотрел прохождение, там чувак говорил, типа, вот какое отличие синглплеера и мультиплеера. Stars. И третий можно проходить. И первый, и второй тоже. Это самое, да-да-да. Первый можно проходить. Второй Фил играл в мультиплеере, и третий Фил играл в мультиплеере тоже. Так что все части можно. Еще 29 минут прошло. Не знаю, чё. Курить не пойдёшь? Я бы перед этажом, на самом деле, бы вернулся, тошнился, бы дальше пошёл. Давай. А Мастер 4 не хочешь? Вообще-то хочу. Легко проходит.